motherfucker. Олег. Да. Как тебя добавить? Где тебя найти? Так, смотри, друзья, добавить. Батарея. Просто батарея. Знаешь? Я написать. Давай, напиши. Я забыл, что это не Steam-версия. Тихо, не ржать. Вот, я скинул. Самое же интересное, я такой ник сделал в Таркове, что меня никто найти не может. Уже двое не могут найти. Реально, говорят, сбивают, и нету ника. Я говорю, как так нет? Он должен быть. Они говорят, нет. Вот оно в чем дело. Что такое? Понял, я понял. Так, он понял, а теперь только мне осталось понять, что понял. Один экран погас. У меня такая же тема. Ну, тоже, когда, если у меня нету ABS на втором экране, ну, вообще стрима ничего. У меня второй монитор тоже уходит как бы в тень. Не, у меня прям вообще уходит. Ой, прям вот горит, до свидания. Так, я, короче, ввожу батарею, и пользователь не найдет. Ты, может быть, тебе кажется, что ты именно так вел? Может быть, ты вел по-другому, а думаешь, что ты так вел? Сейчас, подожди, я проверю. Да, ты прав. Третьи сутки, говорит, меня ищет, никто не может найти. Не-не-не, это тут, короче, у меня ник неправильный. У меня тут написано батарея. У меня тут дважды рей написано. Охренеть. Ты пацанам скажи, что ты не прав был все эти три дня. Не-не-не-не, тут у меня никого в друзьях нет. Это в Таркове, там-то все правильно. Я вот, мне кажется, сомневаться стал. Может, такая же херня, ну как так? О, меня мазафака зовет, отлично. Ура, уйди, дрить-ка, дрить, ну не херашься. Ты что-то себя, Олег, запустил, подстригаться иди. Че ты делал? Ладно я, у меня только с волосами проблемы. С тобой-то что не так? Ты баба, ты был мужиком всегда, охренеть. Че, куда это мы с тобой десантируемся? А, жми на М. Карта незнакомая. Короче, я предлагаю, знаешь что? Так. А полетели-ка нахер. В руины? В руины? Да. А почему ты быстрее меня летишь? Эй! А вперед жми и shift. Керасия. Тут если еще подванивать, такое будет микроускорение. Так я уже. Блин, почему теперь... А где руины? Я руины не вижу. А мы до них долетаем? Ну, вообще нет. Может, план поменяем? А вон, смотри, слева тачка у дороги стоит. Давай тачку возьмем и в город. Так, тут как-то метку уже можно ставить, да? Да, центральная кнопка мыши. Да, кстати, пожалуйста. Я еще и водить стал классно. Это хорошо. Ух ты! Блять! Когда я говорил, что я хорошо вожу, я не отменял старых традиций, понимаешь? Деваха застонала, слышала? Она такая, ах, сказала. Ты слышал это? Ну, я, короче, впечатлил тебя, да? Дети, значит, будут. Не дай бог. Да, слушай, у нас же первое лицо, как говорит Серега. Это ужасно, я не люблю эти виды играть. Она была первой и последней. А, покинуть матч жми. А, прям так, да? Прям, серьезно? Да, сразу. Да, а нахер? Ну, смысл? Если мы оба получаем удовольствие от первого лица, нахер нам третье тянуть? О, отлично, я ливнул, мне новый уровень дали. Полезно ливать из игры? Можно так, да, до сотки докачаться. Я так всегда делаю. Думаешь, первый левел, первую звезду, как я поймал? Понятно, как ты туда паешься. Ну-ка, это, Олега, подстрахуй, я железки покачаю. А где? Подожди, где тут штанга была? Вот, вот здесь вот. Ну вот, мой размер. Мне кажется, это гантелька, только для кого? Почему она такая большая? Смотри, этого, походу, вообще накрыло. Он думает, короче, что война идет. Смотри, тра-та-та-та! Тра-та, перезарядка! Тра-та-та! Захватываю позицию! Ёма! Тут куда, по-моему, не полети, везде будет жопа. Можем полететь... Ну нам как, нам надо быстро умереть или чуть помучиться? Я не знаю, честно. Я вообще не планировал из самолета выходить, понимаешь? Ты чё, погнали? Я там слева просто еще одну машину видел, думал, может, мне на ней уехать. Ты боишься со мной ездить? Посмотри мне в глаза. Ой. Вот-вот. Нам надо как-то обходить. Да, мы сейчас вот сзади пойдем. Погнали. Бляха-муха, почему я не вылез? Кость широкая. Ты толстая? Ты охренел? Я сижу на яичной диете, не надо. О, это опасно, знаешь. Не знаю. Можно улететь.
Поздравляю, вы повышены до 5-го звания. Это мне нравится. Я начинающий 5 все. Звание начинающий 5. Обалдеть. Такое следующее звание конченый 6. Там, кстати, враг был. Да? Туда куда бежишь, да. Так это ж круто. Сейчас мы ему втащим. Мне нравится оптимизм. Джон, ты готов? I'm ready, готов, поехали! Подтверди тогда, мазафака, готов. Ебать! Сука. Это... Сука, все началось. Наверное, так и начнем. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Блин, я что-то писать захотел. Ты подождешь, окей? Я забегу, я сейчас приду. Давай. Слушай, мы сюда вообще одни упали, прикинь. Я бы так не спешил. Ну, я так покрутил головой такой, оп-оп, никого. Они есть. Я тебе серьезно говорю, они есть. А ты кто? Так. Ты сейчас нарываешь. Ты кто? Ладно. Случайно. Не, я в том плане, что я до последнего думал, что я с левым типом каким-то, понимаешь? Потом я прочитал, что это ты, и понял, что это ты, прикинь. Так вот, я тут, короче, лез за аптекой, а хотя нахер мне уже тех аптек хватает. Сколько у тебя аптек? У меня 6. 5. Бля. Мы столько все равно не проживем. В лучшие годы, да, PUBG, аптечек было там 2-3 максимум. Ага. На 4 члена команды. Вот еще одна аптека, сука. Да, аптеки, они такие. Да, мадафака. Это по тебе? Нет, это я убил. Красавчика, вижу, ага. Еще аптека, блин, а тут есть кроме аптеки что-нибудь еще? Мне кажется, уже все. Удручающе так это сказал. Так, это куда там очко сюда идти, да? Тихо. Где он был? Слева где-то, вот он, за камнем. Да, сучка. Оу, ебич. А это сдох, да? Подними своего. А он умер. А нет, он умер. Где он? А он умер, да, все. Я один остался. Да, топ-1 мы взяли. Ебой. Можешь сказать привет ребяткам моего канала? Передать привет. Алло, мазафака. Ну, тут так же принято здороваться, да? Ну, это, конечно, мне льстит. Да, ребятки, сегодня у нас сибирский Мишка. Energy Gaming TV, всеми уважаемые, ссылочка в описании. Видео совместные с ним уже были на канале. Здравствуйте. Давай. А знаешь, как он выстегивает? 7.62. Угу. Вот, сейчас здесь, покажешь. Здесь классический калаш, это, короче, ну, прям дно. Ну, на мой взгляд, я вот сколько стрелял. Ну, да, я, в принципе, я помню еще со старых времен тоже калаш никогда здесь не любил. Он здесь почему-то совсем какой-то никакой. О, винтики. Такая хозяюшка. О, винтики.